Ярый, я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Итак, у нас игровой понедельник, в смысле 8 число, значит понедельник. То есть мы, конечно, начали в понедельник, но неважно. Идем в огород, собираем наш природ. Так, понастыкали что-то, понасобирали, грибочков сегодня нема, грибочков сегодня нет. Хорошо. Так, что тут у нас хотят от нас, давайте расскажите. О, ага, с вурдалаками. Угу, бомба нужна тебе. А ты сам что, зелье варить не умеешь? Ну что-то умею, конечно, но лучше в этом деле довериться профессионалу. Да и времени на это совсем нет. А если и находится свободная минутка, я предпочитаю проводить ее в компании с дамами. Или за игрой в кости. В кости. Ага. Ну, бомба, так бомба. Хорошо. Так, давайте тогда по рецепту бомбу начнем сначала делать. Но продолжить варить отсюда, чтобы... Чё? Чтобы собрать немножечко опыта, если получится. Так, ой-ой. По-моему, тут нужно быть аккуратным. И, если что, прервать процесс жадничания. Если, конечно, получится. Ух, собрали? Собрали. Ну-ка. Так, ну тогда, вот так чуть-чуть. Так, посмотрите, есть тут халявы, нет. Так, рисково вышло. Ладно, зелье завершаем, чуть было не запоров его. Назад, на тебе. Ну, торговаться, про что торговаться, про монстров. Так, черты. Какие странные у вас тут закаляки. Ладно, на. Так, мне нужно зелье, которое сделает меня быстрее, сильнее, быстрее и ловчее. Ух, по-моему, это прекрасный повод выполнить квест, да? Так, сильнее, быстрее и ловчее. А именно, квест. Так, грязи-гриб, конечно, хорошо, но террарий у меня поболее будет. Поэкономлю грязи-гриб, все равно это уникальный рецепт сейчас мы будем ваять. Больше для опыта, ну и для фана, и для квеста. Так. Повторим. Еще по одной. Так, сболтать, но не смешивать. Нет, туда нельзя. Окей. Так, бульк. Мешаем. Нежно. Так. Греем. Нежно. Так, вот я думаю, сильно ли мы кость задвигаем. Есть вероятность, так что давайте чуть-чуть обезопасим себя. И то даже чуть-чуть так задели. А так был шанс запороть. Уж точно запороть серию. Так, хорошо. Двигаемся к силе, причем нам... не туда. Нам достаточно, в принципе, зацепить... Двоечку этого будет достаточно. То есть нам что-то сверх, естественно, да, гребать не надо. Еще одна террария. Или в однолистом. Не, в однолистом мы точно не попадем куда надо. А террарии вполне себе. Толчем! Тык-тык-тык. Если что, будем разбавлять водицей. Так, нам нужно здесь получить... То есть в каком порядке он сказал? Ну-ка, что там? Сильнее, то есть в первую очередь силу, во вторую очередь скорость, а в третью очередь ловкость. Ну понятно, то есть здесь еще нужно двойку. Ну жалко, что больше, конечно, не влезает, но то есть здесь нам нужна двоечка. Двоечка будет у нас? Ладно, что двоечки не будет. Что, серьезно? Так, ладно, понял. Что-то пошло не по плану, кстати. Это мы исследовали, этого воротик исследовали. Ну ладно. Ща. Погодите. Тык-тык-тык-тык-тык. Все-таки водоцвет. Так, водоцвета у нас должно быть очень достаточно. Поэтому тут мы не стесняемся. Прям пользуем его вовсю. Так. Мешаем. И шо мешаем? Снова двоечки нет. Ну, сейчас мы это поправим дело. Так, не троечку, двоечку. Греем. Бабах. Так, две заказа есть. Теперь нам нужно каким-то макаром пробраться туда.
Выбора варианта, в принципе, у нас два. Первый. Первый. Просто слить и сюда зайти. Да? Вот. Так, по пути, если идти этим путем, у нас все исследованы порталы. Не порталы, а воронки. Вроде как все исследованы. Тут, в принципе, мы сильно много не наисследуем. Именно в качестве исследования, да, чтобы делать. А сможем ли мы сэкономить по времени и по скорости? Нет, не сможем, поэтому льем. Да. Льем. Ну, разве что подумать на тему вот этой, да, штуки. Может, ее сразу собрать. А давайте соберем. Да. Тык-тык, тык-тык. Опыта возьмем отсюда. Польем еще воды. Так, может быть, у нас есть хорошее большое количество, чтобы двигаться вправо, вверх. Да нет, нет, нет. У нас есть водолист, водоцвет точнее. Вот его давайте вот так вот подтолчем. Поперчить, посолить, помешать. Так, давай, 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 давай. Этот возьмем, опыт, а тут можем и не взять, да? Можем и не взять. Так, вот так. Вверх. Тут главное не запороть. Но сейчас посмотрим на поведение нашего время прохождения пути. Да, нормально, нормально. Жалко, что эту книжечку не задели, которая была рядышком. Так, ну теперь того, чего у нас много, снова льем. Сыпем. Так, от ловкости нам нужно взять единичку, да? То, что это у нас было. Так, нужно еще раз будет свериться. Может быть и двоечку хотят. Сейчас проверим. Так, путоросль, не-не-не, пускай этот. У нас это достаточно уникальный. Как? Ну, недостаточно уникальный, но не распространенный. Сейчас нам вот ну, просто водоцвет одевать некуда, хоть его чем угодно забанить ешь. Так, теперь, может быть, все-таки чертополох этот грозовой. Что еще есть? Ледофрукт еще есть. Кстати говоря, ну его 4. Но все остальное не то, не то, не то. Не то это вниз, да. Так. Но придется все-таки вверх. Придется все-таки вправо, да, нам двигаться. Причем это вот так. Это... Да и это тоже вот так, на самом деле. Прям сразу. Так. Нужна здесь единичка. Не больше. Греем. Так, точно единичка. Перепроверим. А, сильнее, быстрее, ловчее. Да, ловчее, то есть последняя очередь. Окей, вот тебе ловчее. Так. Льем. Слушайте, а так мы не пройдем. Значит, нужно будет все-таки... Да, тут не получится пройти мимо костей нормально. Так, ну что-то у нас есть такое. Вонючий гриб. Этого тоже маловато дело. А, ладно. Вот так. Воронка нас притянет все равно не туда, куда надо. Но она может подкорректировать. Ну-ка давайте прогреем, чтобы посмотреть, как воронка будет двигаться. Да, это будет двигаться в эту сторону. Угу. В принципе. Ну-ка. Так. Так. Идеально и ту бы собрать штуку, да, и эту. И начинаем греть. Если что, подкорректируем, да. Ну, не чтобы погреть, да, а чтобы обойти. Ну что, проедем? Или нужно чуть-чуть мешануть? Рискнем. Так, все, мешаем. Уходим. Тю. Тьфу. Плохо. Ладно, сейчас нужно что-то двигающееся. Резко влево. Ну, у нас есть для этого вот. Ну, как-то так, да. Перегрел. Чуть-чуть бывает. Перегрел воронку. Фух, получилось. Ушли. Все, чисты, свободны. В безопасности. Так, сюда идти через верх ли? Смотрите, у нас как раз вот не расследовано. Ну, раз мы пошли, да, баловаться. Давайте пойдем так. Угу. Мешай. Через верх заодно исследуем, куда двигается вот это нам. Конечно,
Ветролиста у нас мало. Так, ну, что делать? Что делать? Бывает такое. Так. О, зелька какая-то. Эх, воронку жалко не зажгли. Ну, давайте. Давайте зажжем. Куда? Куда нас, интересно, заведет? Пользуясь случаем, да, давайте. Так. Ну, ладно. Давай, мешаем, рискуем опять. Но, по-моему, нормально все. Здесь задеваем чуть-чуть. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Куда? Ух ты! Ха-ха! Красота! Прям почти мы на месте. Нам буквально чуточку. Светоцвет жалко. Просто он, ну, такой достаточно активно используется сейчас. Ингредиент. Давайте грозовым чертополохом мы получим нужную нам двойку, мне кажется. Вот. Двойку мы получим. Вот таким вот макаром даже соберем еще немножко опыта. Зачем я еще чуть-чуть мешанула? Ну. Колокольчик, ладно. Потратим еще один колокольчик. Заодно соберем опыт, что уж поделать. Раз такое дело, да? Ну, что ж, как могли. Старались. Так, ну тут, короче, все равно нужна только двоечка. Ни в коем случае не троечка, чтобы не выдавить силу, которую он тоже хотел в большем количестве. Так. Ну, давай. Сболтать, но не смешивать. Давай. Ну, почти. Да что ж ты будешь делать? Все, больше нам не надо. Нам только двоечку. Так, ну и еще мы попутно, да, соберем опыт, естественно. И даже попутно, по-моему, соберем еще и вот этот опыт. Ну-ка. Да, детка. Все, завершаем зелье. Прекрасно. Мы получили, как минимум, опыт. А, по-моему, у нас сейчас, да. Вот, 150 отсюда получили, и вот у нас торговля. Да, следующая у нас карта алхимия, а дальше будем думать. Да, следующая у нас будет развитие. Так, ну вот тебе твой эксклюзив. Ну, естественно, мы будем торговаться. Ты что? Про крендельки поговорим, про булочки. Причем очень важно, что крендельок можно влево-вправо развернуть, да. Так, тебе чего? Восстановить мои магические силы при надобности. О, у нас есть такое, смотри-ка. Конечно же, поторгуемся. Про травы. Поговорим про травы. Отлично. О, травница, привет. Привет, алхимик, не желаешь ли пополнить запасы трав? Кстати, у меня есть одна просьба, мне бы пригодилось одно из твоих зелий. А что тебе надо-то? А, собирать растения ночью. О, ни слова больше. Выпей... Отравы, тварь. Выпей отвары трав. На. Показывай, что у тебя есть. О, это нам надо. Прям все, давай. Этого у нас мало как раз, и мы израсходовались. Так, а что еще по террарии? Террария, ну, дорого. Нет, мы не будем брать террарию. Это мы тоже не будем брать. Это дешевое, да? Ну, давайте до пятерочки добьем. Вот. Водоцвет. Ой, водоцвет у тебя дорогой. Ну, на тебе один. Тогда же давайте до тридцатки спокойно спускаем. Я думаю, тридцатка это более чем достаточное количество на манипуляции всякие разные. Вот. Так, что еще? Газоцвет. Просто потому, что не газоцвет. Чертополох, да. Ну, до пятерки точно можем добивать. Раз такой дешевый, давайте до десятки добивать, да? Вот. Это прям нужная трава, я даже не буду смотреть сколько. Она прям нужная. Получается у нас 13 его будет. Банан хорошая штука. До десятки точно добиваем. И раз дешевая, то еще чуть-чуть, да? До пятнашки. Это мы до десятки добили. Давайте тоже до пятнашки добьем. Вот. Так, это по дешевке. Давайте... Тоже еще до пятнашки добьем.
Тут уже начал по мне говорить скряга, да? Судя по голосу. Так, это нам не нать, это нам... Это у нас достатки, но продавать мы это не будем, да. Так, ну давайте торговаться. Тоже про травы, про листики, про колючечки, про цветочечки. Прекрасно. Все, спасибо за торговлю. Так, в овощи в огороде измельчали. Зелье буйного роста, говоришь? Варить эксклюзивно ли не буду ли я? Или буду ли я? Что-то есть, кстати говоря. Да. Осталось зелье молнии создать, да, и... Так, ну что? Будем ли мы мешать? Нет, не будем ли мешать, мы сделаем уже готовое. Зелье буйного роста. Продолжить варить отсюда. Да. Угу. Ну, тут, в принципе, ничего особого не насобираешь, наверное, да? Только давайте попробуем, конечно. Это попробуем. А вдруг получится еще вот эту книжечку зацепить. Но нет. Так что завершаем зелье. Вот, пожалуйста. Вот такая штука у нас есть. Торговаться. Давай поторгуемся, ладно. Хотя в прошлый раз я уже себя ругал за то, что я продал беднягу. Бедняжке. Бедняку продал задорого. Но, понимаешь ли, ингредиенты не бесплатные, к сожалению. О! У нас крысы завелись на складе с провиантом. Нужно их потравить. Тю. Так, яда. Выпить яда тебе, да, надо. Крысам дать. Ну, варим отсюда. Тут, в принципе, мы ничего не намутим. Завершаем. Отдаем. Зелье дешевое. Торговаться не будем. Продаем. Так, на высокую отвесную скалу. Летать хочешь, да? Ну, летать это дорого. Летать это дорого. Мы умеем летать. Делать. Так, посмотрим. Сохранил ли я рецепт, или у меня не хватило тогда на него. На него, по-моему, не хватило, да, у него ничего. Нужно расширять книжечки. Ну что ж, нам предстоит уникальное путешествие, да, которого никто никогда не делал. Так, можно пойти через сюда. Давайте посмотрим, что у нас тогда. Нет, через сюда плохо. Через верх можно пойти, да? Ну вот, дорого через верх. Хотя можно попробовать через верх. Давайте попробуем. Нет. Я не буду все-таки тратить этот волшебный кристалл, он стоит очень-очень дорого. Вот, просто зелье, цена зелья не зависит от того, насколько дорогие вы накидали туда ингредиенты. Она зависит только лишь от, непосредственно от своей удаленности, насколько я понял, от карт. Ну или какой-то там уровень, может быть, есть у них, да, у каждого свой. Вот. Ну и плюс дополнительно добавляет еще там мощность зелья, насколько качественно ты его сделал. Так. Ну, в принципе, и еще, да, наверное, сразу же я возьму тебе, накину эффектов, чтобы это было просто чуть-чуть дороже. Думаю, не против же, чтобы у тебя была еще и быстрота одновременно, да? Да, никто не против. А если ты и против, нет, мало волнует. Заплатишь еще и за дополнительные эффекты. Но не четверку, опять же. А хотя мы можем и тройку уделать. В принципе, слушайте, мы могли просто продолжить варить отсюда, да? Помните, есть такая функция. И она бы дала нам нужные эффекты, так, тройку. А просто излишки допить именно зельем левитации надо было. Ну, то есть тоже в тройку. Ладно, делаем хотя бы двойку. Сильно не стараемся. Ничего не растворяем, не тратим волшебный запал наших трав заложенных. Так, ты у нас ведешь, насколько я понимаю... Что ты, подожди, куда ты ведешь? Интересное дело. Ладно, если вдруг пройдем мимо, давайте. Так, у нас тут есть серная полка. Есть колокольчик. И есть вонючий гриб. Сначала, наверное, серную полку. Последнюю. Ладно. Надеюсь, грибник придет в этот день. И нам поможет. Так, потом вонючий гриб, собственно. Так, я хочу все-таки проверить, куда ведет этот водоворот. Так, куда он может вести? Ну, давайте прикинем. Нет тут пока никаких отметок. А вдруг он приведет нам прям туда, да?
Ведь возможно такое? Возможно. Вот давайте и попробуем. Мешай, мешай. Мешай, мешай. Мешаем. Мешаем. Так, и что прекратили мешать? Продолжаем. Давай, мешай. Ведь устал. Рука сломалась. Сломался черпак. Да, и так как мы тут, в принципе, не знаем, куда нас сильно заведет, поэтому болтаем, что взболтается. Так, ну. О! Послушайте, неплохо. А неплохо, между прочим, потому что отсюда вправо нам гораздо дешевле будет выходить, да? У нас как раз почему дешевле? Потому что у нас вот этого много. Конечно, интересный эффект по пути мы можем захватить. Но нет, нет, нет. Исследовать этот эффект пока мы не будем, потому что нам нужно конкретно... Конкретика есть заказа, да? Есть конкретика заказа. Он на зелье левитации. Он хочет, желает. Потом, как-нибудь потом. Так, вправо вверх. Чертополох. И так плохо, и сяк плохо, да? Но чертополох давайте не размешивая, не расталкивая. Чтобы просто смочь, если что, аккуратно и нежно спуститься пониже. Так, книжки пока, конечно, хорошо. Так, водоцветом. Да, водоцвет все равно придется использовать, либо снова чертополох, да? Давайте сделаем так. И водоцветиком пройдемся. Все-таки возьмем книжки заодно, да. Только не так сильно. Хватит толочь. Так, мешаем. Надо было где-то... Жалко, что нет такой штуки, чтобы нейтрализовать текущее действие как-то. Там, перегреть как-то, да. Ну ладно, придется через лево выходить теперь. Вонючий гриб снова. Дедушка с грибами, ты нам нужен. Ты нам нужен, дед с грибами. Чуть-чуть не туда. Чуть было не было. Так. Слушайте, прекрасно. Прекрасно. Давай. Толчем. И опыт схватим, я вижу, наверное, я. И получим нужный прям эффект. Почти. По-моему, придется опять нам подмешивать что-то еще. Еще один водяной лист, возможно, придется мешать. Так, посмотрим. Тут я сейчас увижу сразу, в принципе, да? Это будет видно. Смогу ли я попасть или... Да, не смогу. Нужно будет еще водоцвет добавлять. Ну, раз пошло такое дело, добавим водоцвет. И заодно и опыт пособираем тоже, что тоже неплохо. Так, вообще, кстати, не помешал бы еще и странствующий торговец, который иногда продает еще листочки для книжки. Тут все от ценника зависит. Да, иногда бывает дешево, иногда как повезет. Да ладно, что? Я ложанулся, да? Ну, нет, нет, все нормально. Все хорошо. Все, мешаем, собираем. Все, завершаем. Вот, смотри, что я тебе сделал. О, вот это да. И торгуемся. То есть тут два эффекта, которые тебе, по идее, должны помогать. Поэтому, думаю, все самое то. Прекрасно. Так, торговец. Будет у нас? Нет? Не будет. Что ж, не будет. Но. Смотрите. Во-первых, сюда. Зелье мороза. Надо? Надо. Наверное, оно здесь, я предполагаю. Потому что на грузовой чертополов, но он показывает именно прям туда, что это прям там должно находиться. И смотрите, он прям четко нас ведет. Раз. Слушайте, а может прямо из него у нас его дофига? Давайте попробуем. Мне кажется, он как раз сделает то, что надо на самом деле. Мы просто, карту что не знали.
Смотрите, первый идет, второй идет, четко прям проходит как надо, ничего не запарывается. Не растением пестик, а пестиком растения. Наоборот. Да, конечно, задевает чуть-чуть. А третий? Смотрите, и третий прям там, где надо. И там чуть-чуть, буквально нужно будет доровнять. Возможно, может быть, крутануть чуть-чуть. Кстати, мы крутили. Да, крутили. Эта штука нам не подойдет сейчас. А, ну да, как раз водоворотом чуть-чуть здесь подровнять. Давайте погреем сразу, чтобы увидеть, куда водоворот будет крутить. Да, водоворотом чуть-чуть приподнять, и может быть даже вообще ничего не это. Ну что, погнали? Погнали. Так. Так. Интересно, если... Ну, может быть, даже если это прям получится идеально, может быть, стоит даже запомнить это зелье. Потому что тут, конечно, много рисковых мест, я вижу. Допустим, вот здесь. Но оно такое не сильно рисковое. Чуть-чуть, да, задели. Нежненько. Здесь, смотрите, чуть-чуть. Тоже задеваем чуть-чуть. Да. Но... По-моему, недостаточно, чтобы что-то испоганилось. И вот здесь нужно будет аккуратненько приблизить, посмотреть, чтобы как раз довернуть. Нам нужно довернуть чуть-чуть зелье вверх. Так, если мы начнем отсюда, он нам пройдет где-то так. Давайте нежно, нежно греем. Как минимум уже не заденем, да, все это дело. Еще нежно. В этот раз я не совершу этой ошибки с перегревом. Смотрите, прям проходим рядом с косточкой, но не растреплем. Да. От времени нахождения на косточке тут ничего не меняется. Я могу остановиться полностью. Так, и финально, чтобы эта штука встала над. Так, еще чуть-чуть нежно. Нежнее. Так. Еще чуток. Еще чуток. Давай. Еще. Ух. А, мышка. То есть я очень слабым потоком дую, поэтому путь большой проходит вроде бы, а толку мало. Но нам нельзя перегреть подворот, иначе он сдвинет нам все к чертовой бабушке. Так. И еще чуть-чуть. Ух. Но это, по-моему, прям будет высшее мастерство в моем выполнении, да? Так, ну я такого еще не делал, во всяком случае, прям настолько крутого. Так, еще. Еще чуть-чуть. Все, мешаем. Получилось. По-моему, почти идеально. Здесь у нас даже есть небольшой запас гульнуть, если вдруг что-то пойдет не так, да? Так, ну-ка. Давай. Нежно, аккуратно. Постепенно. Так, теперь здесь главное не налажать. Что ж так резко дергаешься, а? Так, аккуратно и нежно. Аккуратно и нежно. Вот чуть-чуть не докрутил, а? Чуть-чуть не докрутил, а так было близко. Так, но нет. Я так не сдамся. Чуть-чуть водоцвета. Придется... Ну, вообще, это возможно, да. По-моему, это возможно. Ну, я так предполагаю, что это возможно. Чуть-чуть я просто не докрутил. Надо было еще чуть-чуть дальше задвинуть. Ну, тут вообще линейку ж не приложишь, да? О, да, это молния. Молния. Давайте для молнии подберем что-нибудь уникальное. Молния. Да, а что нет? Уникальная. Молния. Прям как из террарии. Так, наклейка. Уникальная наклейка. Прекрасно. Все, завершаем зелье, конечно. Но не то, что я хотел, конечно, получить. Нет, не завершаем. Нажимаем окей. Сначала собираем ништяки, которые уже, ладно, раз уж мы водоцвет использовали, да? Вот этот ништячок соберем. В принципе, все, ништяки все забрали. Так, зелье молнии открыли. Это не слабо. Это мы почти закончили третью главу.
Так, и вот я не знаю, пойти ли нам исследовать вот эти два зелья, раз уж они открылись. Или подождать ингредиентов. Ингредиентов у нас маловато. Давайте дождемся ингредиентов, и уже в следующей серии, если будет достаточно, опять же, если будет достаточно, мы продолжим. Что ж, на этом, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. А с вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих серий. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк. Оформи подписку.